Yes. 14 сентября, 14 год. Сегодня в час ночи на нашу батарею вышла разведывательная диверсионная группа противника. В 3 часа ночи часовые дали бой. В то же время батарея снялась с места, с лёжки, передислоцировалась в этот район. С нашей стороны потерь нет среди разведывательной диверсионной группы, скорее всего, один погибший или раненый. Да. Место нашей предыдущей дислокации сейчас выгорает.